Это такое не надо показывать, на самом деле. Лучше. А, посмотрите на это обалденное свечение! Как я это обожаю! Чисто вот ощущение такого первого какого 1 сентября? 1 июня. А, просто стоишь, так вот греешься, блин, обожаю. О, привет! Вот этот чувак уже пришел, второй чувак еще не пришел. Вот этот чувак пришел и ест сейчас апельсины, а второй человек, наверное, тоже сейчас ест и обселит. Так вот, мы сегодня снимаем. Вот, мы настроены снимать сегодня. И это безумно круто. Вот. Можно сказать, пока не знаешь, и поэтому. Но будем стараться сегодня. Кирилл, короче, написал, полежу 5 секунд и встану. Ну, видимо, это, к этому надо нормально относиться. Ладно, ждем. Батя с матерью там разговаривает. Потом кадр на мать. Потом кадр на Басю. Бася такой замер и такой падает. Кнопки, мне кажется, угадали. Нет, смотри, кнопки, мне кажется, можно какой-то праздник обыграть. Кнопки, праздник просто... обыграть. И этот праздник это такой Батя. Искали это то, что он делал в прошлых годах. Он говорит, нет, давай не как в прошлый раз. Ты, вот, мы с тобой предлагаем ему идеи. Мы с тобой предлагаем ему идеи, и он говорит, типа, нет, давайте не как в прошлый раз. Да, я тоже заходил на этот сайт. Короче, готовимся к 1 апреля. Ну, будем думать, как будем разыгрывать друг друга. Типа абрикос, я спрошу. Мы нормально тема общаемся у нас. Да, блин, чё, зачем тебе отчитываться-то, чё? Я ничего не говорю. Да я ничего не говорю, блин, такое вообще. Короче, ты сам начал отчитываться. Подожди, дай. Егор, дай мне сказать. Дайте мне сказать. Короче, мы сейчас придумали такую классную идею. Вообще, просто очень хотим ее снять. Она очень крутая. Прям вот идеально хотим сегодня довести ее до идеального прям сценария. Потом мы ее хотим идеально сегодня закрепить. Сегодня подготовить все вещи. И завтра... Да, у нас же еще вещей нет даже с собой. Мы пока сходим туда-сюда. Это вообще долго. И завтра с 8 утра будем снимать. Я прям представляю, как мы прям... И завтра Егор опоздает. И опять часов 12 придет, короче. Нет, ты говоришь всегда, блин, Макс, ты запарил именно так говорить на камеру со мной. Когда это уже прекратится, Егор? Макс, я не говорю так, я уже все, я уже не говорю так, правда? Я не говорю так. Все, это... отлично. Я не говорю, все. Хороший мальчик. Держи ключик, мы поиграем. Давай поднимай уже его, посмотреть на твою деятельность хочется. Егор его собирал целый год мы ждали его момента. Давай, поднимай, все, поднимай его, поднимай. Собрал из металлолома, да я его не настроил еще. Сейчас я настроил. Ну прикольно, если... Мы спрашиваем, чем Егор занимается целыми днями. Вот это вот загадка до дня, он приходит, оказывается, целыми днями. Сначала играет на укулеле, потом ест пельмени с майонезом, потом ест дикам. Режим дня. И так каждый день. Только порядок меняется. И нет, у него циклами весь день проходит. Потом снова, короче, он играет в апреле, потом есть пельмени с майонезом, потом, короче... Я к тому, что... Весь... Не, это такое не надо показывать, на самом деле. Лучше. Сегодня число? Потом я тебя снова встретил, да, я... 29-е. Какое сегодня число? 20-летое? Итак, шло 29 марта, через пару дней был апрель, а на улицах еще было 31 декабря. Как вам это? Что это за зима вообще? Как этот снег еще до сих пор может лежать здесь? Мы сейчас, кстати, идем, мы вспоминаем момент, когда мы шли когда-то давно, и 16 апреля еще до сих пор лежал снег. Мы очень надеемся, что на это 16 апреля не будет никакого снега, и уже будет момент, когда можно просто быть в шортах, в сандалях с носками, просто идти и радоваться жаре и теплу. Надеюсь, что снег скоро растает и больше не будет выпадать. Как же я ненавижу зиму, просто я уже настолько устал от нее.
морская корова водится только на Северном полюсе, чувак. Блин, Макс, я видел фотки, где пальмы такие, она лежит на пляже просто. Чего? Это какой-то кривой фотошоп был. Да ты что, я видел? Блин, ты документалку даже про них смотрел. А, точно, точно, вспомнил. И там мертвая морская корова была. Как он просто в палатке лежит, вообще жесть. А, да. И непонятно, как он. Да, да. Подожди, да. Так что, я не понял, они уехали? Потом? Я не помню, что в конце на какой-то кто-то напал на кого-то, что-то произошло, что-то не помню вообще, надо присмотреть. Но у меня самый стрессовый момент был, это когда такая корова лежит просто на закате такая, на пляже. Блин, какое-то странное ощущение было вообще. О, лед. Тебе нравится погода? Что так скачешь? Да, мне нравится погода. Я на скейте поеду к Максу обратно. О, смотри, здесь нормально. А где твой скейт? Да, чувак просто на велосипеде едет, снимает нас.